Я бежал впереди проливного дождя. Перепутаны мысли, ты уже не моя. Пытался забыться, но увидел тебя. В каждой капле на лицах, в каждом блике плея. Моя душа обвенчалась с мечтой о тебе. Мне сдерживать слезы нет больше сил. И тысячами обручальных колец по улицам дождь мою тайну разлил. Стой, не оставляй меня, вдвоем с тобою быть судьба моя. Но ты и я, но ты и я, моя мелодия, мия, мия, мия. Но ты и я, но ты и я, моя мелодия, мия, мия, мия. Он делал, делает и будет делать битбокс популярным в России. Он не может жить без этой музыки. В 2012 году он стал президентом Федерации битбокса. Он передает свои знания и умения в авторских курсах и проводит чемпионаты для тех, кто хочет показать свое мастерство. Вахтанг – известный битбоксер, музыкант и вокалист в гостях у программы «Золотая молодежь». Не покидай меня, вдвоем с тобою быть судьба моя. Не оставляй меня, я не знаю, как прожить в разлуке дня. Давай начнем с битбокса, потому что он действительно много для тебя значит. Насколько я знаю, папа привил тебе эту страсть, это увлечение. Как все началось? Расскажи. Это было очень внезапно. Я просто играл с детства, любил звуки ритма вообще. И пробовал делать это карандашами, ручками. И когда я понял, что это можно делать без помощи рук вообще, да, то есть без помощи вот этих вот таких тарахтелок и делать это самому своим голосом, то я был очарован этим. И действительно, это была моя страсть. Это меня охватило, и я не смог от этого избавиться. До сих пор я этим занимаюсь, я очень люблю и не представляю жизнь без битбокса. Суть битбокса, наверное, создавать новые звуки. Не копировать, звук поезда или там трактора, или дрели, а придумывать что-то новое, необычное, что не существует в природе. Это и есть цель битбокса. Очень сильно помогает битбокс развивать свое тело, свой организм, дыхательную систему. И что очень немаловажно, опять же, этим могут заниматься люди, которые просто дышат. Если ты дышишь, то ты умеешь делать битбокс, потому что, например, люди с ограниченными возможностями, люди, которые не видят, не слышат, они могут делать битбокс. И найти таким людям такое увлечение интересное очень непросто. А битбокс настолько безграничен в своих проявлениях, что этим могут заниматься все. С битбоксом Вахтанг не расставался с самого детства. Успевал еще и в Гнесинской школе по классу вокала заниматься. Будучи совсем юным, он постоянно выступал на разных мероприятиях, принимал участие в чемпионатах и занимал лидирующие места. Сегодня Вахтанг популярный и любимый многими музыкант. Его выступления ждут в самых известных клубах, и он с радостью делится секретами мастерства с теми, кто хочет разобраться в битбоксе. Свое дело Вахтанг знает очень круто. Алфавит, расскажи мне, братик, где ты был? Я нигде не мог тебя найти. Я думал, что ты про меня забыл. Не гони. Алфавит, эй, где ты пропадал все эти дни? Почему ты не писал и не звонил? Я думал, что ты про меня забыл. Эй, когда ты потерял меня, я пытался себя найти. Я ни разу не сворачивал с пути. Слишком туп, чтобы повернуть, и слишком крут, чтобы уйти. Когда на полной скорости лечу в тупик. Каждый год я устраиваю чемпионат России по битбоксу, и с каждым годом все больше и больше участников, все больше и больше людей, которые хотят этим заниматься. В России популярно, уже стало популярно. Как вы заметили, все пытаются это делать, и мне это очень приятно. А что касается
чемпионата там, Европы, там, в Европе, грубо говоря. В Европе, конечно же, это уже давно, эта культура существует. Чуть пораньше, чем в России. А в Америке люди не знают, что такое битбокс. Потому что я был в Нью-Йорке, и я там был 3 недели, и много что посмотрел, ездил много на такси, общался с людьми, и иной раз спрашиваю битбокс, что такое, я не знаю, типа, I don't know, что это такое, покажи. Я им показывал, и они все равно не знали. И это было для меня шоком, потому что прародителем битбокса это Америка. Но, как говорится, кто придумал, тот не всегда имеет лидирующие позиции во всем мире. А придумали американцы, но они не первые. Но российский битбокс, так скажем, мой битбокс, который я открыл для себя и для мира, и для России в том числе, он совсем другой. Так как я занимался вокалом до того, как занимался битбоксом, да, и вокал для меня был это основным делом, я привнес в битбокс небольшие изменения. Я делаю все звуки, все, что вообще происходит, делаю от диафрагмы. То есть делаю с помощью дыхания. То есть все идет изнутри, как бы, да, грубо говоря, так скажем. А в Европе все это делают на губах, и они очень легкие, да, техничные, но легкие. И у них нет глубины такой, да. Я открыл такую технику именно мощную, и они все пытаются это делать, но у них не получается, потому что для этого нужна реально большая физическая сила. Sueur foncé des parts, un chant de Delarier. Elle a le chant de Delépart, je suis de sa vaisseau. Sur la planche à la nuit, avant de le suivre, de le puits, qu'est-ce que tu m'en dis, tu l'as les yeux. Si de la blessant, et qu'est-ce que de l'amour. Chanter des chants de grand effet, oh, où est l'amour. Y'en a un micro, à voir là-dessus les yeux. Y'en a un, oh, 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 y'en a. Si Umberto Diana Hennessy. Участие Вахтанга в программе «Минута славы» действительно подарило артисту любовь зрителей. Его стали узнавать. А дуэт с Валерием Меладзе в песне «Свет уходящего солнца», номинированный на премию Муз-ТВ в 2013 году, сделал армию фанатов еще больше. На меня повлияло Валерий Меладзе очень сильно, конечно, потому что он мне помог, чтобы меня узнали люди, большая масса узнала. Меня знала молодежь там, по роликам, по интернету, но именно телевидение не так, конечно, много я был на телевидении. И вот Валерий Меладзе очень сильно помог, чтобы пойти дальше, вперед. В какой-то момент я понял, что я до конца эту возможность, которую он мне подарил, так сказать, я не использовал, потому что в тот момент нужно было, наверное, сразу же выкладывать какой-нибудь материал интересный, но на то время у меня его не было. То есть музыкально. У меня было очень много, я пишу с детства музыку, но я никогда не делал это профессионально, не записывал в аудиоформате, чтобы показать вот мои песни. Потом у меня был дуэт с Виагрой, и тоже тогда мог использовать этот момент в своих целях КРСных, дабы еще больше популяризировать себя. Но я этого не сделал, ну и плохо на самом деле. И вот я нашел друга, товарища и, так сказать, единомышленника в музыке. Зовут его Андрей Плеханов. Мы сидим и делаем музыку, потому что сейчас я от битбокса немного отошел. Я не сказал, что я прекратил это делать, но просто отошел, потому что битбокс, все равно этого мало. Для меня, я пишу там мюзиклы, например, я люблю там классические произведения,
сочиняю песни давно уже очень. Я хочу делать песни, потому что в битбоксе, к сожалению, если это не лупстейшн, нету слов. Люди тебе не могут подпеть. Но некоторые, конечно, кто не слышал это вживую, подчеркну, вживую это очень важно услышать, потому что видео никак не передает те ощущения, которые ты можешь почувствовать на концерте при хорошем звуке. Коллеги относятся хорошо ко мне, так как они знают, что помимо битбокса я еще музыкой занимаюсь. Вахтанг занял все лидирующие места в чемпионатах по битбоксу, которые только можно было занять. Поэтому наш герой решил дать возможность молодым артистам расти и развиваться. Он ежегодно проводит чемпионаты по битбоксу и делает все для того, чтобы это направление развивалось и становилось узнаваемым. По-моему, получается у него это очень здорово. Tongo spitting faces into life with metaphors, blessing like a claymore. I see him asking me for more words, Evelyn figures of speech that I speak to, but his beats, six sentences in a play to explain all the dual consequences that a man with a medicine goes without and look around and take the scene. What a beast and the months went on and started rapping ever since the game started boom pop. One of these bombies, crimson, crimson, endless, crimson, bloodshot from blocks and blocks in anxiety. Чемпионаты проводишь. Для чего тебе это? Чтобы дать молодому поколению возможность расти и развиваться? Да, да, честно вам скажу, финансовую выгоду не имею никакого с этого мероприятия. Вот, только для того, чтобы дать молодому поколению идти вперед и заниматься своим любимым делом и не бросать это. Потому что они могут в какой-то момент разочароваться, так как это иной раз не приносит денег. Просто битбокс и музыка в целом, это такое искусство, ты должен быть полностью в целом в этом, понимаешь? Я больше в жизни ничем не занимался никогда, кроме музыки. Никогда не работал ни менеджером, нигде ничего не делал. Я счастлив и благодарен маме за это и Богу за это, что они мне привели такую, как бы, такую способность. Но многие, например, не могут себя найти, в том числе битбоксеры, они, так сказать, занимаются другими вещами. Например, ходят в офисы, сидят в офисах. И сутками там проводят. А из-за этого они не могут развиваться, потому что этому нужно уделять по 8 часов в день. Ты должен стирать губы в кровь. Ты должен уставать, чтобы чего-то достичь. Потому что конкуренция очень большая. То есть, если ты не можешь издавать звуки и быть громким, то ты можешь тренировать мышцы. А потом уже выходишь из офиса и занимаешься битбоксом. Грузия славится своими талантами. И вовсе не только музыкальными и вокальными. В России живут и творят такие великие люди, как скульптор Зураб Церетели, артист балета Николай Цискорица, деятели шоу-бизнеса Валерий Константин Меладзе, певец Сосо Павлиашвили и многие другие. Свою страну Вахтанг прославляет как битбоксер, а теперь еще и как музыкант. Мы любили, ревнуя в пику, в переярком всегда не имется. Между пропастью и на стыке случай заново в сердце бьется. Ненасытная до конвульсий, без морали стонала, крича. День вчерашний вместе с грядущим уходил, между прочим, с плеча. Проклинаю год и гротеска, и частями совесть мотыжу. Ночью снится фонарь на стенке и гнездо воробья под крышей. От иллюзий до прострации мои годы бегут старея. На аллеях засохших акаций я оставил босое время. Тебе что больше дало? Образование, полученное тобой, или личная практика, занятия постоянные? Я знаю многих людей, которые закончили университет и не смогли себя найти в музыке. Которые учились на пятерке, которые знают гармонию на отлично. Знание очень важно. Но знание должно быть в совокупности с твоим творчеством. Сначала должен быть ты, а потом уже образование. Как-то так. Все-таки человек нужен талант. Я уважаю исполнителей в том числе. Но я безгранично уважаю создателей, люди, которые создают музыку. А если еще они еще его красиво исполняют, то это вообще, мне кажется, безумная комбинация. Что же ты пожелаешь нашим зрителям-плехановцам? Я желаю плехановцам трудиться и верить в свою мечту до конца. Никогда ни в коем случае не сдаваться. И кто бы ни стал на вашем пути, не останавливаться и идти до конца. Вахтанг – человек необычайно целеустремленный. Он свято верит в то, что нет ничего невозможного, и самоотверженно, упорно, настойчиво достигает своих целей. Мы от всей души желаем Вахтангу покорять все новые и новые высоты и еще более прочно завоевывать свое место на музыкальном Олимпе. С вами была программа «Золотая молодежь». До встречи на Плеханов ТВ.